Главные герои постановок и музыкальных композиций – дети с ограниченными возможностями. Те, кто проходит реабилитацию, лечение и обучение в специализированных школах районов Брещины. На сцене со своими воспитанниками выступают и педагоги. Все ребята, занятые в миниатюрах, имеют различные особенности психофизического развития. Для многих из них участие в областном фестивале – единственная возможность пообщаться со своими сверстниками и показать свои способности. Это фестиваль, который дает возможность деткам как с ограниченными возможностями, а также их здоровым сверстникам вместе побыть на таком прекрасном празднике, показать свои способности, то есть то, что они умеют и чем они готовы порадовать всех окружающих. Фестиваль «Веселковый карагод», имеющий статус республиканского, 11-й. Он проходит один раз в 3 года. В актовом зале Молотковичской вспомогательной школы провели зональный тур. Жюри из Бреста оценивало как таланты соревнующихся, так и общие идеи номеров. Желающих получить путевку на областной этап было немало. Список участников едва поместился на нескольких страницах. Творческие номера заявили воспитанники и местные школы-интерната. Уже не очередной раз встречаем мы гостей на базе нашей школы, организуем встречу, организуем выставку художественного творчества наших детей и готовим концертную программу. Очень дети подошли ответственно наши, с волнением, с трепетом, так как мы всегда показываем яркие, красочные номера. И в этот раз тоже мы хотим чем-то выделиться, какой-то изюминка, чтобы была именно в выступлении наших детей. Свои способности демонстрировали ученики из Столина, Барановичи, Лунинца, Ганцевичи и Телехан. Наша задача – воспитать счастливых детей, хороших детей с особенностями. А для того, чтобы воспитать хороших детей, их нужно сделать счастливыми. Вот именно на сцене, если вы видели, что наши дети становятся счастливыми, и увидя их выступление, вы можете понять, что счастливое детство существует даже в школах-интернатах. В специализированных учреждениях Брестской области до конца недели будет проходить отборочный этап. Гала-концерт лучших номеров запланирован на 17 марта.